благодарности. И в первую очередь это благодарность всем нашим волонтерам, с которыми мы поговорим еще чуть попозже. А тата? Нет, нет, не за тата, столько с любовью. А. Хотя, может быть, Миша сделает какой-нибудь тата, я не сделаю. А первую благодарность мы хотели бы дать Рёв, которая уже который год рисует нам арт нашего маскота и помогает тем самым печатать нам офигительную сувенирку. Рёв, ты где? Иди сюда. А здесь там можно подарить еще Санкор. Следующие благодарности нашим ведущим, которых мы хоть и отправили в Шую, но они все равно пришли. Тоси Романову. Но мы от Миши не можем уйти. Оп-оп, спасибо, спасибо. В этом году раздельное. Да Шия, смотри, пойдем, все. Стоп. Ладно. Также мы очень благодарны нашим координаторам, без которых вообще бы фестиваля не было. Это генералы Каору. Следующая благодарность отправляется нашему жюри. Это Джаст Мульти, который, к сожалению, уже уехал. Он отчалил. Нет, он завтра будет. Приходите на автопати. Там будет настоящий мульти. Порядок. Без мульти, без цензуры, да. Мультики без цензуры. Это Карин Сан. Она всего лишь организатор. Она мы сама себя благодарит. Очень благодарны нашим богам света и богам звука Кириллу, Денису, Косте и Коле. Спасибо вам огромное. Посмотрите на них, помашите им. Простите, мы были во тьме. Во тьме. Следующая благодарность Олегу Булыгину, без которой не было бы связи на фестивале ФАП. Также мы очень благодарны Марине, Ане и Гале, которые регистрируют наших зрителей и участников и являются координаторами входа. Марина, ты здесь? Марина? Она на входе. Вот она, вот уже идет. Благодарность Андрею, который пишет нам все наше видео. Давайте все опять посмотрим на балкон и помашем ему ручкой. Спасибо. Дробовтов от Андрея. Нам помигал вспышкой, дал сигнал в космос. А следующая наша благодарность Самаэлю, который каждый год пытается снять документальный фильм и записать с нами маленькое интервью, и в этом году ему это удалось. На самом деле, это первый фестиваль, когда мы закончили раскладывать призы и подписывать грамоты минут за 20 до конца четвертого блока. Это фантастика, такого вообще никогда не было. Следующая благодарность нашим фотографам, которые снимали за кулисье и снимали фотоугол, это Олег Красильников и Наташа Хомутова. Наташа, ты здесь? Судя по всему, нет. Благодарностью вне конкурсного блока. А у нас стало есть вопрос, кто все-таки за сладкие, а кого мы заставили? Потому что заставили-то мы всех. Идите сюда. Тасик, верни им паспорта. Фокусику заставили. Ой, ой, все. Тасик, верни им паспорта. Я верну им паспорта, когда, не знаю, конвент закончит свое существование, тогда вы получите их обратно. А все-таки они сладенькие, а вас мы заставим. Понятно, вы не понимаете. Потому что мы чаще, это наша любовь.
Это самый лучший сайт на свете, лучший оригинал. Следующая благодарность Казбенду Юмина Юкида. Кого? Вы где? Армия зомби. Кого приехал к нам впервые, мы ему очень рады. В смысле, а где Ковров-то? Где зомби? А, они на втором этаже. Да, они все в... Ковров, спускайтесь, идите на сцену. Потихоньку. Следующая благодарность Казбенду Кицуна Мурасаки за очень классное дефиле. Спасибо. За шикарное экшн-дефиле. Давай, где ты? Он так же классно идет, как на сцене. Вот. А он еще Назад. Следующая благодарность тебе, Андре. Кира. А также Эль Бергер, вокал потрясающий. Мы ушла до наших ушей. Мы слушали из-за кулис и были в восторге. Где Эль Бергер? Кончита. Следующая благодарность Люси. Горячо, в стиле папа. Итак, папа, и не папа. Следующая благодарность уходит тем участникам, которые попытались наполнить наш фестиваль различными видео. Это Кози и Лука, которые сделали шикарное МВ. И это метафора от видео, с лолитами которых я просто тащусь. Читеры здесь? Читеры, получи от метафоры, пожалуйста, грамоту. Читеры! Нет? Человек, который может навалять бандитов стильно. Мне говорят, что я всех помогу. И, конечно же, Ган Брагет, которого все любим, и вы любите, это самое главное. Виноди! Брагет, я вызываю тебя! А теперь приходим к призам, которые вручают наши партнеры. Да. Вот человек, который делает вот так, правильно подсказывает. Партнеры. Да. И первые мы хотели бы пригласить сюда организатора фестиваля Тиану для того, чтобы он вручил свой спецприз от фестиваля. Прежде чем я вручу спецприз, мне хочется сказать большое спасибо организаторам этого фестиваля, всем волонтерам, координаторам, ведущим прекрасно. И, конечно же, вам, потому что вы, зрители, делаете этот фестиваль таким теплым, таким душевным. Именно ваша поддержка всех участников, это, наверное, самое приятное. Поэтому спасибо большое вам. Я тебя люблю в этом году.
большая дата, так что я думаю, мы с вами друзья не только вот как друзья, но у нас вот у вас сегодня юбилей, и у нас тоже юбилей, 10 лет Тянаю в этом году. Поэтому я надеюсь, вы все придете на наш праздник, мы готовим очень много всякого интересного, следите за нашими новостями, но лучше приходите. И мне бы хотелось вручить приз, это подарочный сертификат на посещение 2 дней нашего фестиваля в этом году. И приз присуждается Широ Дьяволу! Прекрасный синий приз! Есть, бежит! Также мы приглашаем на сцену представителей фестиваля Киевом для того, чтобы они вручили свой спецприз. Большое организаторам, всем участникам, конечно же, зрителям и ведущим. И спасибо всем, кто помогал организовать этот чудесный фестиваль. А у нас 2 июля в городе Иваново пройдет конвент Кейкон. Господи. Мы хотим пригласить всех желающих и вручить сладкие спецпризы тем, кто попал в нашу номинацию. Наша номинация – это ностальгия. Итак. Первый спецприз. Эрвин Гинтама. Есть такой? Она их такую назвали. Где вы, светочей мои? Парадный грибной костюм Трандуила. Вот это вот юбилей, вот это выход из зала, я понимаю, да. Огонь. Вот, до последнего костюма отрабатывается. Следующий спецприз от магазина Kawaii Style Shop. Алла. Шутки ведущих на 15 минут, пожалуйста. Да тут за пару минут. Алла. И приз вручается... Догиня. Догиня. За самый миленький образ. Мини-мини-мини. Огромная номинация мини-ми дефиле. Мини-ми дефиле. И правда мини-ми. Какие пальцы. Следующий спецприз должны вручить магазин Лох, гильдия купцов и ремесленников, если они, конечно, здесь присутствуют. Спасибо большое за этот чудесный фестиваль, и мы хотели бы от нашего магазина получить приз за самое оригинальное дюфеле Лолиты, чудесной Лолите под ником Чичери. Следующий спецприз вручает Public Fiction Lab. Это наши суперволонтеры между делом. Здравствуйте, дорогие друзья! И мы очень долго думали, кому же все-таки вручить спецприз. Сегодня было просто море, море бесконечное, море очень качественного косплея. Но мы очень хорошо подумали и вспомнили о двух людях, которые уже много-много лет, получается, уже работают на сцене. И мы хотели бы поблагодарить за их ведущие годы. Спасибо.
за 11-10 лет впервые. Вот, вау. Это очень круто. Пацаны, респект. Вообще, у меня есть вкусняшка. Значит, кроме всего прочего, мы бы хотели поблагодарить наших спонсоров. Это магазин Adams Shop, магазин Miss Danger, где вход они, а также магазин Smart Cosmet за призы, которые они предоставили нам, и вы увидите у себя их в пакете. Также следующий спецприз вручает фестиваль Фан-Фан Нижний Новгород. Всем спасибо за участие. Я здесь не только обеспечиваю связь, но и представляю оргкомитет фестиваля «Фан-Фан». И хотел бы поздравить команду организаторов ФАП с пятилетним первым юбилеем. Вы для нас не только хорошие друзья, но и пример для подражания. У нас даже название родственное. Мы сначала были «Фап-Фап», а ребята «Фан-Фан». Всего лишь одна буква. Но за 100%, за 200% попадание в образ мы хотели бы вручить спецприз Казян Мэрилин Мэнсон. Приглашаем на Нижний Новгород. Кстати, в следующем году нам тоже исполняется 5 лет. Остался у нас тоже спецприз, это спецприз от меня, от одежки, которую я шью, одежки без застежек. И поскольку я очень люблю авангардную черную одежду, но не могла я дать спецприз кому-то, кто был не в черном. И спецприз вручается Дэнту. Ловите. Надо было вручить кому-нибудь в белом со словами «Переходи на темную сторону». Если бы она была в белом, я как настоящий Джокер, ее бы убила тут же. Да, как прям в каждой сценке Джокера. Переходи на темную сторону. Пакет. Еще у нас есть спецприз от Мава. Обручается он. Обручается, кому обручается, мы скажем, это через 15, извините. Интрига. Интрига, да. Сейчас мы вручим традиционные спецпризы от фестиваля ФАП, от организаторов ФАП. ФАП-ФАП. И начнем мы, конечно же, с приза за самый горячий косплей. О-о. Мне очень приятно вручать этот приз, конечно же. И Лука! Ну как, ходи всегда так. Следующий спецприз вручится одному из участников номинации «Азия Мьюзик Дефиле». Это мой личный бальзам на душу, если честно. То, что в этом году номинация «Азия Мьюзик Дефиле», во-первых, разрослась до ожидаемых мной, желаемых мной масштабов, а во-вторых, она была очень интересная, очень разнообразная. Ну и, конечно, джей-рокеры жгли. Было все, только девочки в белом не было, честно. На конвенте будет. На конвенте будет много девочек в белом, в каждом блоке, не по одной. И спецприз от нас вручается Рауну, Реннис и Кеннис. Спасибо за джей-рок. Спецприз от нас, одной команде, которая приезжала, ну да, почти на все наши фестивали, но с исключением одного. За верность фестивалю мы вручаем спецприз команде «Брэкпоинт».
дополнение. Да, да, да. Хорошо, следующий спецприз вручается. Широ Дьявола. Широ Дьявола! За замечательных животных. Да, ежегодных. А нам предоставляют нам хороший зоопарк. Удивительных животных. Животные, ты животное. Ну а теперь мы переходим, собственно, к номинации награждения. Фаб уходит. А мы остаемся с вами. Так это прошли правления, отобрали прям как-то неуютно.